На что похож человек? Человек — это бескрайняя вселенная. Яйцо. В нем новая жизнь. В нем тоже скрыта вселенная. Но оно спрятано под скорлупой, как мы часто любим прятаться под скорлупой. Скорлупа нас защищает или делает вид, что защищает? Но в жизни происходит так, что наша скорлупа, в которой мы прячемся, дает трещину. Оно все-таки красивое, в костюмах, на совещаниях. Умные, интересные. Был один случай. Жил человек на прошлой неделе. В понедельник, вторник, а в среду его не стало. Утром он пришел на работу. А потом пошел на обед. И не вернулся. Жизнь была трещина. И эта скорлупа его не защитила. Что-то такое. Это иллюзия или гарантия защиты, а может, надежда, которая дает речь. Прошу. Каждый. Конечно, вареные яйца. Они так не разбивались, если бы были сыры. Чтобы все было в яйцах. Может, они не добавили? Да ладно, да. Может, он когда-то свалил. Надо, поэтому мешочек хочет тобой. Перекреститесь, все будет нормально. Мы можем яйцами питься. Пасха. И все, 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 Вот, отлично. Можно вас попросить? Спасибо, Артём. Очень вкусно. Хрупкая жизнь.